Народный мэр Севастополя Алексей Чалы назвал отставку губернатора города Сергея Миняйло существенным поворотным шагом в плюс. «Я с надеждой и энтузиазмом смотрю на эти изменения, рассчитываю, что мы перейдем работать в конструктивную плоскость. Надеюсь, что для города это существенный поворотный шаг в плюс», — сказал РИА Новости Алексей Чалы. При этом он подчеркнул, что знаком с Овсянниковым с прошлого года. «Я его знаю. Мы первый раз познакомились в апреле 2015 года во время выездной сессии Минпромторга. Там общались, после этого еще в Севастополе несколько раз встречались», — заметил Алексей Чалы.